Кто бы мог подумать, что когда-нибудь придется выбирать кого-то одного из этой троицы. Этих трех неразлучных людей, которых объединила наука, и то, что очень немаловажно, настоящая мужская дружба. Мне очень жаль, что именно мне выпала доля бросить между ними яблоко раздора. Опа! Арман, творческий подход ищет во всем. Хорошо развито чувство юмора. Это куда вчера слился? В смысле слился? Я вчера вообще нашу пиццерию ждал. В смысле пиццерии? Ты что, гонишь что ли? Гризли. Ассоциируют себя с американским медведем Гризли. Умным и опасным. Эй, да ладно, Гриз, ты что? Разрулили же вчера? Эско. Прозвище Escape. Он всегда находит выход из любых ситуаций. И вообще, пойдемте, нас там док ждет. Что-то случилось, док? Хорошо. Не буду ходить вокруг да около. В общем, вашим проектом, не побоюсь этого слова, гениальным проектом заинтересовались наши заокеанские коллеги. Поехать в Америку сможет только один из вас. И кто это будет, решать только вам. Я знаю, что у каждого из вас есть своя мотивация, чтобы работать в этой компании, тем более в Штатах. У Армана невеста в Бостоне. Тебе, Эска, диплом получить, наконец-таки, не мешало бы. Ну а Гризли, я думаю, отец просто прибьет, если он семейный бизнес подведет. Да ему пахан и так все купит. И вообще, ты испеленились? Тебя забыли спросить. Ребята, в общем, вы решайте. 23 апреля, в понедельник, ровно в 10:00, кого-нибудь одного из вас я жду у себя. Для принятия решения у вас 48 часов. Если не решитесь, приходите все втроем. Будем тянуть жребий. Док, будет жребий. Дружба бесполезна и не нужна. Как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был создавать. Она не нужна жизни. Она из тех вещей, без которых не нужна сама жизнь. Сынок, как бы ты ни поступил, это будет вправе твое решение. И никто не вправе тебя осуждать. А я? Я, мам. Я сам себя буду осуждать. А как же друзья твои? Они тоже так думают? Они тоже терзают себя? Я уверен в этом. Доставка пиццы. Какая еще пицца? Пицца ковбойская, заокеанская. Морепродукты, сыр, моцарелла, томаты. Адрес ваш, заказ оплачен. Кем оплачен? Не знаю, может, заокеанцами. Я как наставник, как учитель, учил их быть профессионалами, но при этом никогда не забывать о простых человеческих ценностях. Дружбе, уважении. Возможно, я неплохой педагог, ведь они сильно преуспели и в том, и в другом. И сегодня мой день. И сегодня я счастлив.